В Якутске прошли дни Устьянского улуса. В этом году району исполнилось 85 лет. В честь праздника была организована выставка народных мастериц, встречи со студентами и ветеранами, а также прошла презентация книги про прошлое и настоящее Устьянье. Сегодня район возрождает промышленность. По словам жителей, первые шаги уже сделаны. Добывается рассыпное золото, на очереди олово и редкоземельные элементы. Жители активно занимаются оленеводством, рыболовством и разведением крупного рогатого скота. Сегодня хотелось бы отметить, что и в будущем Устьянский район также будет славиться, как и раньше. Главное, что у нас на сегодня школа работает, социальная сфера работает, люди живут. Как бы тяжело ни было, производство развивается, дети рождаются.